Друг мой, это настоящий подвиг. Теперь дары, которыми наделил нас Великий, распространятся за пределы оазиса за несколько лет, а не столетий. За столь короткое время твоего пребывания здесь, вижу, тебе удалось понять очень многое. Это редкий дар в наши неспокойные времена. Полагаю, несколько древенов хотят поговорить с тобой до твоего ухода. Думаю, им будет чем тебя вознаградить. Удачи в странствиях, друг мой. Надеюсь, проведенное здесь время открыло твое сердце столь же широко, как твои глаза. Кажется, теперь ты танцуешь под их дудку. Что так? Да, наверное, ты не убийца. Ты уж прости, что... хотел заставить тебя сделать то, что тебе не по душе. Но, возможно, это и к лучшему. В смысле, я тут говорил с Лавром. Кажется, я им и правда очень. Как скажешь, Херберт. Дать им еще один шанс. Ладно, ладно, то есть Боб, конечно. Но мне все равно кажется,
что это смешно называть его Хербертом. Слушать давай не будем, а то я про них целый день болтать буду. Боб и тот уже с ума сходит. Так они бы слушать не стали. Если я им скажу сделать что-то простое, они сделают. А иначе Лаур будет неделю все обсасывать, искать скрытый смысл. А еще у него была манера заявляться, когда приспичит, и распевать свою лабуду. Иногда я просто сидел и молчал, только чтобы его пробрало наконец. Весело было поначалу. Ну, хоть теперь, может, все изменится, раз все теперь другое. Спасибо тебе. Да ты не поверишь, честно. Они их заставляют пить эту дрянь, которую сирень делает. Иногда они сходят с ума и начинают тут бегать, как полоумные. А иногда просыпаются, видят меня и давай чесать во все лопатки. Так что вот, что я тебе скажу. От чужаков почти столько же веселья, как и от древенов. Давным-давно меня звали Харальд. Что-то во мне изменилось, и прямо у меня из башки принялось расти странное маленькое деревце. Оно все росло и росло. В конце концов, иногда, когда мне скучно называть его... Так, не вздумай сходить с ума! О, как... Да, по-моему, ствол клен и провидица сирень говорили, что хотят. Таков наш обычай. Жить, радуясь тому, что однажды мертвые камни пустошей впереди еще... Мы всегда приветствуем тебя с распростертыми объятиями.
приятно видеть тебя вновь. Мне почему-то так и казалось, что ты принесешь все те изменения, о которых мечтала мать Крона Береза. Я помогала создать те головные уборы, которые носят древины. Говорят, что в нитях ткани частица Духа Великого. Возьми это в знак благодарности и носи с гордостью, чтобы разнести по всем пустошам весть о грядущем возрождении. Мне видится место великой скорби, где людей продают за деньги, как браминов. Да осенят его ветви твой дух. Рада снова видеть тебя, чужак. Привет. Да благо... Мы всегда приветствуем тебя с распростертыми объятиями. А, приятно снова увидеть тебя. Ты так заботишься о нас. Мне ни от кого еще не доводилось такого видеть. Большая редкость встретить подобные отношения. Именно поэтому теперь, когда я здесь, я больше не хочу возвращаться к своей прежней жизни. Позволь мне вручить тебе на память частичку моего прошлого. Возможно, тебе это пригодится больше, чем мне. Прощай, чужак.